Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на My CSGO. У меня на бальке 14 578 рублей. В прошлом видосе мы дошли до балика вроде в 25 тысяч рублей. У нас было 19, потом мы подняли плюс 6 тысяч за один ролик. И у нас было на бальке, да, 25 тысяч. Но я немножко катал вне ролика. Из-за этого, как видите, подслил баланс. Ну, причем не немного, а почти 10 тысяч. Надеюсь, сегодня мы все это дело вернем на My CSGO. Ну и, в принципе, нас будет окупать My CSGO. Можно как в прошлом ролике, ибо плюс 6 тысяч за один видос — это неплохой результат. Но я знаю, что My CSGO иногда может выдавать еще лучше. Я помню видосы, где я поднимал по 20-30 тысяч рублей за один ролик. Вот мне вот такой что-нибудь. Можно, пожалуйста? Ладно, полетели. Ice Age со старта 5 штучек на 3565 рублей. Это уже традиция, начинается с этого кейса. Мне кажется, у меня каждый ролик по My CSGO начинается с этого кейса. Так, Дигл, Кровавая Паутина, Сланец, Эмка, Ненуар, Королева Пуль. Ну, кстати, да, 2400 плохо на самом деле. Может быть, немножко изменить своим традициям и вот так вот открыть вначале? Одну штучку чисто. Так, со Сквидварда мне падает код красный. Но, если честно, это тоже вроде дерьмо, если не ошибаюсь. Сколько ты стоишь? Ну, 2046, давайте еще один попробуем. Нет, тут тоже дигл дерьма падает. Но что-то мы прям в начале на My CSGO сливаем балик, причем уже минус 2000. Ладно, давайте попробуем еще раз Ice Age. Не будем изменять своим традициям. Еще 5 штук попробуем. Ну, давай, давай, давай. Королева пуль, дух бездны. Ну, ножик пролетает. Ну, короче, да, одно дерьмо упало. На балике 10 тысяч. Так, ладно, а если прям в начале попробовать выбить ножик? Это два ножа мои! Мне падает два ножа! Наваха Патина, Наваха Африка... Мне падает два ножа. Здесь все открытий. На My CSGO. Это с учетом, что здесь ширп иногда окупает. Мне, конечно, навик не упал. Но... 17 тысяч рублей. Мы только что с вот этих вот 10 открытий сделали больше, чем весь мой баланс на My CSGO. Слушайте, как я люблю этот кей, вот этот вот кей, как я его люблю, я не знаю. Мне перестали выдавать перчатки, я думаю, в прошлом ролике это было заметно, я там чуть ли не тысячу раз открыл этот кейс, мне вообще не падали перчатки. Но вот этот кейс, он расцвел, по-другому не сказать, он начал выдавать еще лучше, чем обычно. Если раньше ширп здесь жестко сливал, то тут добавили авик, который стоит 260 рублей. И то есть я ширпа не так жестко ухожу в минус, но при этом ножики стали падать еще чаще. Ну, красота, просто красота. Ну, пацаны, начало видоса у нас максимально задалось. И, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на My CSGO, вы можете при пополнении ввести промкод 40NIKILAR и получить плюс 40% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С кейваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1400. Вы со старта будьте в хорошем плюсе. Ладно, полетели дальше открывать кейсы. На балике 26 тысяч. Слушайте, ну сегодня можно тогда много дорогих пооткрывать. Давайте прям начнем со старта самурая. 3 штучки на 7800. Не, ну сегодня я нацелен тогда прям жесткие кейсы пооткрывать. Все, у меня появилось желание, у меня появились возможности. Кровавый спорт, Тимукао, хроматическая операция, 12 тысяч, нормально. Ну, кстати, не, ну плюс 4 тысячи это хорошо, но просто по скинам, как будто я там еще жестче должен был окупаться. Ну ничего, давайте еще 3 штуки. Так, хроматическая операция, гипнотический МП9. Ну, МП9 вроде неплохой, сколько он стоит? А, нет, 1500. Ну не, отсюда уже не прям жестко падает. Ну, я не расстраиваюсь, у меня 30-ник почти на балике. Давайте, каваи, 10 штук. Вот этот кейс мне уже не раз выдавал очень-очень жесткие шмотки. Но сейчас вот бросает дымовую, мне падали уже перчатки, но сейчас не падает. Ладно, давайте еще 10 попробуем. Так, Сян Лю, дальше что у нас тут? Ну, что-то юс предатель более-менее, 2 юспа. АУП бах, нет, АУП бах 8800 стоит, найс! Нам падает 14 тысяч рублей с этого кейса. У нас на балансе 32 тысячи. И мне тут, кстати, кто-то говорил, я не помню, или на Твиче, или в комментариях, что появился какой-то новый ножевой кейс. Вот, да, какие-то новые кейсы с Кэрри Найт, например. И какой-то там еще один. И мне просили его затестить. Но вот эта вот пирамида Гиза, не знаю, к чему это отсылка, честно, без понятия. Но что-то кейс какой-то очень дорогой. С учетом, что здесь может упасть вот. Ну, честно, как-то бредово. Ну, как будто можно затестить новые кейсики. Ну, потому что, ну, балик позволяет. И как бы вначале так хорошо выдает. Плюс это новый кейс. А новые кейсы на всех сайтах вначале хорошо окупают. Чтобы люди к этим кейсам привыкли. А потом, когда люди все-таки привыкают к кейсам, мне кажется, уже все сайты занижают у них проценты. Ну, ладно, давайте одну штуку попробуем за 10 тысяч. Так, все, хватит с меня новых кейсов, мне они не понравились, на балике 21 тысяча рублей. Ладно, ладно, Сквидвард, 3 штуки. Я где-то в душе понимал, что, скорее всего, ну, мне это красной линии выпадет, ну все, вот мы и подняли балик жестко, я заигрался, и в итоге я в дерьме, на балике 12 тысяч, мы уже в минусе. Давайте, Артивка Интеллигенс, 5 штук на 8500. Ой, так, пустынный пасты, Кайман, ладно, неплохо. Музей элиты, глаз, легион Анубиса. Но Кайман здесь неплохо, все остальное дерьмо.
Ну да, 8700, давайте еще 5. Перчатки пролетают, но аквамаринка падает. Тиму Кау, чудовищная смесь, Кортисера. Ну вроде как неплохо, сколько это все стоит. Ну 9700, ладно, окупает, давайте еще 5 штук. Так, Галиль Эко, Видение, Музей Элит. Ой, хоть поток информации выпал в конце, спасибо. Сколько ты стоишь? На 7300. Так, ладно, давайте Твиттер и Борн попробуем 10 штук на 11400. Я хочу сегодня порисковать, потому что... Ну, потому что я хочу камбэк на все, что проиграл. Как по-другому-то? Так, огонь Чантика падает неплохо, Юс Предатель. Но есть хорошие скинчики. 8500, но это мало, еще 5. Я так быстро весь балик срал. Че, может перчатки мне выдадут? Я, конечно, вначале немножко, ну, сказал, что это кейс дерьма. Но это просто так и есть. В прошлом видосе он мне вообще ничего не выдавал. Но, может быть, сегодня это я? Да, Настя, все-таки сегодня мне перчатки падают. Ладно, неплохо. Но я все равно в минусе. Может, еще одну пару? После моего такого жесткого слива, как будто можно выдать. Но я же прав. Давай еще 10. Так, нормально, еще перчатки падают, слушайте. Ладно, неплохо, неплохо. 15 тысяч. Мы выходим каким-то чудом в плюс. У нас мы опять в плюс 1000 где-то. Так, ладно, у меня еще есть 891 Mike is Go Point. Давайте на них откроем 3 Black Collection. Может отсюда сейчас что-нибудь хорошее упадет. Билет в ад, ну нет, 393 рубля, это не то, что я хотел. Ладно, 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 ладно. Если попробовать еще раз вот этот новый кейс. Не знаю, мне он покой не дает. Как будто можно отсюда попробовать какой-нибудь ножичек выбить. Давайте 3 штуки на 5300. Ну, ночной кошмар, ночное ограбление, пожелание на ночь. Все ночное, ну, 2500. Давайте еще 3. Ну, как будто можно отсюда ножик выбить. Ну, пожалуйста, ну, новый кейс. Ну, новые кейсы должны лучше выдавать, чем обычные старые. Блять, ночная буря сколько? Ну, по 2000, неплохо. Еще 3. Это я? Это я! Я выбил ножик, я уже вижу по ленте событий. Так, сколько он стоит? Какой мне выпал? Я не увидел, какой мне выпал. Складной нож ночь, сколько он стоит? Он стоит 25, мать его, тысяч рублей. Нормально, мы все камбэкнули. Не, я знаю, что новые кейсы, они всегда вначале хорошо выдают. Но слава тебе, господи. Честно, я думал, мы сегодня уже в минусе будем закачивать. Слава тебе, господи, мне падает этот ножик. 33 тысячи рублей на балансе. Я теперь хочу опять этот кейс. Но я понимаю, что это бред, его уже не надо открывать. Это просто ненормально, если я сейчас пойду его открывать. Ну, как будто можно одну штуку. А вдруг сейчас, ну тогда прям выдало дерьмо. Прям самое-самое. Дайте одну. Ну, чисто один. Давай, давай, давай. МК Азимов. Сколько она стоит? Она 8 тысяч где-то стоит, да? 6100. Ну, ладно, ладно. Все, я попробовал сейчас открыть этот кейс. Нормально. Меня вот этот кейс сегодня так порадовал, что я ныть просто не имею права. Ну, реально, я не имею права ныть. Ну, просто нельзя и все. Так, ладно, давайте тогда сейчас попробуем Apple Vision Pro 10 штук на 9500. Ножик пролетает, перчатки тоже. Но сейчас вроде и дерьмо, да, полное. Ну, хотя зеленый глянец неплохо, но 7800, давай еще 10. Так, ночное ограбление, этот ледяной какой-то там уголь, скоростной зверь, ну, 7500, не выдает. А, Twitter Reborn 10 штук на 11400, давай. Это самое отвратительное, что мне падало. Да, 6900. Мы опять почти все слили. Может, ножик? Мне опять падает два ножа. Я так долго крутил, мне падает два ножа. Все, я понял, сегодня настроение Майка из Го. Он будет меня то жестко сливать, то жестко поднимать. Мы вот сейчас продаем. У нас на балике 30 тысяч рублей. И вот сейчас вот самое время заканчивать видос. Мы подняли плюс 16 тысяч рублей за один видос. И эмоционально я в шоке, честно. Я уже два раза думал, что все, мы весь балик слили, мы в минусе. И два раза я был просто на Олимпе, когда у меня было плюс 20-30, и как сейчас плюс 16 тысяч к балансу от стартового балика. Короче, все, пацаны, точно заканчиваем видос. Мужики, напоминаю, все, кто хотит покатать на Mike is Go, вы можете при пополнении ввести промокод 40NIKILAR и получить плюс 40% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с кивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1400. Вы со старта будете в хорошем плюсе. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такой красивый ролик точно можно. Сегодня сумасшедший ролик получился. Это факт. То, ладно, вы уже все видели, что я буду еще раз повторять. Короче, парни, все. Всем удачи, всех люблю.